Я напомню вам, что во время блока Тоху Кна присоединится снова Сайрус Варазан, который помогал мне комментировать Шенму, точнее, в основном комментировал он, потому что он знает намного больше об этой игре, чем кто-либо, по-моему, кого я знаю. И он в любом случае знает больше меня о Тоху. И это очень хорошо. Я вижу коробку с одним из великих устройств, на котором сейчас будет проходить свой Ориган Трейл, походу. Да, это он и есть. Дворфов распидранить. О, да. Как можно быстрее выпилить всех дворфов. На чем сейчас играть будет? На Apple 2. На очень древнем куске техники. Музыка из Power Blade 2. Знаете, что нужно? Нужно создать программу, которая будет являться как Shazam, только для чиптунов. Сейчас идет блок супер. Silly games done quick. Глупые игры пройдены быстро. Следующий блок будет Тохо. We have a $50 donation from Yellow. Got an injury while playing football, and now Еще I can't work девушка at all this процент. week. У-у-у, Awesome! походу. Стоп, Now лет I can парень. watch SDDQ all day Лет парень. long. Good luck to all the runners and keep up the good work. Или нет? Ух, сколько народу там собралось. Не уверен, что Шазам познает чиптюн.
get that. Сделать потише курс войс. All right, everybody, welcome to the Oregon Trail. И как я и говорил, все-таки это будет женщина. Итак, добро пожаловать всем на Орегонскую тропу. Я надеюсь, что все с утра готовы к такой вещи. Мы будем играть на компьютере Apple II. Я этого совсем не ожидал. И поэтому я тренировался всю неделю перед этим. Сначала я должна объяснить, как вообще играть в эту игру и, скажем так, добраться до Орегона как можно быстрее, и какие трюки я буду использовать. Спасибо большое Deep Freeze, который достал Apple 2. Спасибо большое еще парню, который вообще сподвиг меня спидранить эту игру, который до сих пор это делает на Твиче. Спасибо вообще всем, кто сегодня пришел нам помочь и поддерживает нас, и всем ребятам, кто смотрит. В Орегон Трейле есть три разные сложности. Фермер, скажем так, вы просто можете не выжить, если вы будете фермером. Самая простая сложность — это играть за банкира, и это самое, скажем так, лучшая сложность для марафона. И для начала я введу свое имя. Итак, для начала мы начнем со Sky вагона, со Sky телеги, который будет сзади сидеть. А это все... Это все те, кто смотрит это как у... Мои друзья, Skyforce, это все мои ребята со стрима. Потом моя команда, в которой я участвую, как спидранер. И самая последняя, но не самая маленькая. Чат, вы самый лучший. И вы едете со мной по этому пути. Итак, вся наша команда стоит из Sky Blizzard, Sky Wagon, который, ребята, которые сидят сзади нее, и Sky, из команды SMG, и так далее. Итак, Как вы думаете, почему, в каком месяце мы едем? Мы едем в апреле, потому что в марте будут всякие... Во-первых, нам надо уехать как можно раньше, но мы не можем уехать в марте, потому что будет буран. И поэтому мы уезжаем в апреле. Май тоже доступен. Для тех, кто не играл в Орегон Трейл, для начала вы должны потратить все свои деньги для того, чтобы закупиться перед поездкой до Орегона. И вам надо распределить и понять, сколько вещей надо купить. Мы купим 9... Мы купим 9 бизонов, 2000 фунтов еды. 40 наборов одежды. В моем когда я тренировался, у меня украли всю одежду, поэтому закупаю заранее больше. Мы хотим купить амуниции на 16 коробок. И мы хотим купить части каждой части вагона, телеги по 3 штуки. Так, отправляемся. Мы делаем еще кое-какие вещи, прежде чем отправляемся. Это надо сделать кое-какие вещи перед началом спидрана. И спидран сейчас именно так, это мы уже отправимся в путь. Давай, Apple 2, вперед. Итак, это все еще спидран. Я понимаю, что это вам кажется, что это странно, что мы так будем, что спидране такую игру, мы тем не менее будем идти очень быстро. И это будет на самом деле очень опасно для самого спидрана. Поехали! И мы в пути. Итак, у нас есть две реки, которые нам надо пересечь, две реки обязательно во время игры. И на первой реке
Скажем так, на кампере скопировал реку. Плот может сломаться. И когда мы сейчас пересекли первую реку, это очень хорошо. Это самая страшная часть спидрана, потому что если вдруг вы упадете в самом начале, вы потеряете большую часть вещей, которые вы закупили. Я не люблю эту вещь, потому что сейчас мы переплываем просто. Отлично, мы переплыли. Итак, SGDQ чат подхватил какую-то заразу. SMW подхватил, очень устала. И команда... Команда этой девчонки только что умерла. Уже. Я не ожидал, что все так начнут подыхать быстро. Но, если честно, я не помню, что такое тайфоид, и я обязательно сейчас посмотрю. А, Тиф, да, Тиф. Теперь это любимая часть всех абсолютно игроков. Я достаю диск, дискету, да. И надо перевернуть ее вверх ногами. Переверни этот диск. Переверни этот диск. Так, диск перевернут, теперь мы отправляемся дальше. Пожалуйста, никто не умирайте больше вместе со мной. И, скажем так, диван сзади подхватил корь. Эджем Крю заболела. Итак, и нам снова надо пересечь реку. И мы переплыли, ура! When you know whether or not you're safe, if you can see the black part on the other side of the screen, like that black blue line there. Oh, jeez. Who broke their leg? Seriously, don't do that. We both did. Don't mess around in the wagon. You had one job. You did have one job. Come on. Итак, вдруг у нас сломалось колесо, и нам надо починить. Кто-то из вас был плотником, он должен был это починить обязательно. Не носорог, это буйвол. И один из буйволов умер. Последнее пересечение реки. И мы отлично пересекли реку, отлично. Диван умер. Просто неожиданно диван умер. Напоминаю, что чат до сих пор живет Стивом. И вы живете очень долго, ребята, это очень странно. Я не знаю, как там сходит сейчас основной чат, я надеюсь, что это весь. SGDQ чат так что сломал свою ногу. Exactly like that. Exactly. Oh my gosh, SMW. О боже, дизентерия. Come on, man. SMW Crew. Wow, this run. И у команды эти девчонки. Девушки. Although it's fun in the classroom, not necessarily in the speed run. Мы почти дошли. Right,
Так, теряем 8 дней. Это восстановление нам жизни. И это время. 5 минут, 23 секунды. Мы дошли! Ура! SMV, да, ехал вместе с дизентерией, что успешно. Итак, давайте посмотрим, что же у нас произошло. Давайте посмотрим, сколько мы набрали очков. Чтобы больше всего получить очков, надо играть за фермера, но это очень сложно. И мы попали, кстати, в таблицу рекордов, что круто. У NetHack клевая игра была. Кстати, был, по-моему, спидран по NetHack'у. Чат со сломанной ногой Тифа. И ура, мы доехали. Это был Oregon Trail. Apple 2 намного быстрее работает, чем эмулятор, что весело. So would you say this is a recorded world record? То есть мы только что сделали мировой рекорд. И это записано на камеру. Правда, мало кто сможет его побить, потому что немало у кого есть Apple 2. Myself, the SMW crew with dysentery, might I add, and of course the SGDQ chat survived. I don't know how you guys did it. Did they ever have anything? Oh, they broke their leg, didn't they? Oh, they had typhoid too at one point. Yeah, they got typhoid too, though. Also typhoid. They're doing great except for the typhoid. It's true. Alright, so that's it. That's the Oregon Trail. Thank you very much. И это был Oregon Trail. Итак, у нас начинается сейчас скоро блог Тоху. Я обязательно сейчас позвоню Сайрусу Варазану, чтобы он присоединился ко мне как основной комментатор. И, возможно, какое-то время он будет комментировать один на протяжении, может быть, первой игры, может быть, первых 10 минут. Пока я отойду и, скажем так, поделаю дела. А потом я вернусь на игре. А после, точнее, блока Тоху, у нас будет Fear и блок шутеров. While we're setting up the next game, we're going to go to a brief ad for MSF, so stay tuned and we'll be right back. Сайрус, как видите, уже в печали то, что я ему сказал, что он будет некоторое время один. Я обязательно, конечно же, не брошу. Ну и, наконец, кстати, у нас закончилось Silly Games Done Quick. Глупые игры пройдены быстро.